Баба в бабу, что ли? Блять, у нее капот зацепил. Да? Там-то нормально все, баба. Зиналк предотвращает похмелье. Зиналк принимается до, а не после веселья. Единственный полностью натуральный продукт на рынке. Бад не является лекарством. Зиналк.ру. Время новогодних приветов. Каждый час. Тут человек стоял, но приводил к передовитому. Смотри, здесь куда есть. У меня регистратор был включен. Ладно, я понял.
Путин, хана, блядь. Я тебе чем помешал? Чем я тебе помешал, блядь? Я еду в своем ряду, ты нахуй меня выталкивать начал, блядь! Пошел, блядь! Пошел, блядь!